Хорош, блядь. Это типа, блядь, не упал пацану лук, он ливнул. Кто ливнул? Хант. О, еще рога. А, то у вас ломать ливнул. Ага. Приятный, говорю. Спасибо. Все гуд, ПВПшное чмо, блять, все гуд, блять. Все гуд. Все заебись. Гуд, гуд, тупо гуд. Ну, а там, где объединение сейчас стало. Ставили. А кого он здесь сет здесь спали? А? Вы стоите на макс рейнже, он с нас спадает. Он, если там три человека, он не настакивается. Егор, скинь жабу в моба в дальнем. На 100 тысяч вроде хп апнули, да? Да по-разному. Тремор обязательно. Блять, не мота, сука. Это что, в карах играл? У меня там какой-то стати, блять, нахуй, нахуй, из экзала туда, прикинь. Там, хуй знает, я сначала не раз попался, они спросили, пойдешь? Я говорю, и вообще как бы нет желания, конечно. Мне чел пишет час назад. Ну там кара 19:30. По такенам.
Говорят, за если они пройдут ее. Слышишь? Что за хуйня, типа. Дов. А что за корабль? Дуба, на? Которая жопу подтирает, блядь. Серьезовая, блядь. Да, серьезная. Понял, блядь. Да там какой-то ладос. Ну типа, себе токен хочет. Хуй знает. Тебя на нахуя кара. Я еще ебу, что ли? Я ему просто в прошлый раз танчивал, блядь. Я думал, Мария, ну, его не хочет, видимо, долбоеба. О, блядь, ДК, блядь, нормальный нахуй. Я думаю, Мария не пойдем. Да? Ну вот. Хотя, надо было. Хотя можно. А Арини с кем? С корой, блядь? На дороге вернуться. А Верану, ебать, сколько ты вчера слил? Больше 100. Хорош. А, кстати, был, а Вадим, мы начали 6-0, ебать. У меня было что-то 2-280 было. И потом полетели. Начали, и потом, блядь, мы перелили до хайрейтингу с Рву и Янфу. Ой, блядь, вы с 1900 чё вам сливали? Ну нет, у них уже 2-300, кстати. Мне, кстати, пизда, я умер. Отойди. Я так стоял на ранже. Ты не должен осиять. Хант, Энг, 2-300. Ну да. БМ Хант, Энг, блядь, шаман 100%. Что, у тебя собака, Гим есть? Там, блядь, пета вызвали, они набили ебало всей тиме. Да, блядь. да. Пока бурст, ебать. Там тем более Гера, блядь. Да. Ну, конечно, да, так ебать. Под бурстом с Герой. Там эти ады убивают. Блядь. Там тебе, блядь, влетает, блядь, пет. Ты начинаешь только как оставать и сбивать заказ, ты закончился, блядь. Да, там, блядь, для... Не, я вчера, кстати, на ДЦ на ШП вообще и зажил, ну, типа. У меня только рогу убивали, как говно. Хант у нас не контролирует. Так, ничего, и как это контрить надо? Вот их. Ну, связь. Я против, когда играл арену Ретрик Портвар. Просто таких лохов паковали просто как говно, блядь. И начинаем играть ханта из-за того, что, блядь, у Тимы много клива. Соответственно, Энг просто сдыхает от АУЕ. Степы, у которых нету сейвов, то они умеют, типа, это, блядь, ДЦ ДК, нахуй. Ну, вот, сам чем ДК, блядь, меня, там, у меня моб пиздит. Вот чем, типа, ДК меня засейвит от ханта, блядь, и шамана. Конечно, они меня влетают и с ноги разваливают. Ну типа там либо дроном душит, либо сейвится, типа у да, там, кстати, шаман столько отхиливал, что ёбнешься. Да, там пиздец, там шамана нужно топать, там даже такие волки ебаны как-то хилят, я не понимаю как-то. Не пойми как, они там должны хилить. Ну а как они хилят? От ударов? Да, чем больше они нанесут урона, тем больше они в хиле. Поэтому с подхода, когда ты видишь волков опыняться, блять, нажимать, надо по ним въебать фир. Там тремор стоит. Ну тремор со всех не снимет сразу. Нужно сломать. Он тренкует и. Там либо хантабри ко мне, ну типа в соло Энха, я прохилю. Если мне хан дает мортал, просто единственный. Ну вот это ж поэтому в этом вся и суть, что хан тебе режет хил, они тебя вдвоем ебут. То есть под мортал меня даже в соло Энха вырежет. Конечно. Да. С собаками вырежет, без собак уже. Хотя если ему винфири там напрокает, то без собак убьет. Там соль не в собаках. Там соль в том, что он может, блядь, очень часто сбивать косты, блядь. У него это вкачано ветки. Там это каждые 6 секунд, вот... блядь, может сбивать. Нет, там соль в том, что его не замедлить. Под собаками. Да. Под волками, это да. Это который РВП и Фушан, да? И там, нет, который Андервард и Данитреха. А, понял. Блять, ну сука, Ретрик. И там, типа. ЦПшник, блять. И там, типа, это сам хан тоже что-то, бля, подрубает, что его не замедлить, по-моему. Да, да, у него ответы есть хуйня. У него есть аж зверин, блять, или как-то так это хуйня называют. А зверин? Зверин больше, блять, ебаный. Ну там вот это. РВП тоже так же играет чисто с Кушавом. Это понятно, но. Этого Дэнни Треха я тоже часто видел на БГ, блядь. Я в фильмах видел Дэнни Треха. Можно забрать, блядь?
Ага. Да, можно забрать, пожалуйста. Кого забрать? Босс. Нет. Долго из дурдома, блядь. Забери босса. Нет. Да забери босса. Нет. Подай сравуна. Ну, блядь, рогу и паладина не разъебывают. Ушам, блядь. Подай сравуна. О, забери босса. А им только они попадают. А, только они и попадаются, ебать. Че попадается? Да вот, который 9-10 место, РВП и фушам. Блять, у них одни бои с этими, блять. С Рогой и паладином. О, хуйня. Так. Если чё, так, для справки, мне не надо говорить, забери босса, я сам вижу, когда его забирать. И у таунта есть КД. Правда? Ну не пизди там, блять. Так, да, жмака Геру. О, фрагмент Яшмы, это то, что нам... Блять, я уже заебался. Да, последний РБК. Блин, меня тоже РБК выматывает, ужас. Прям ужасно. Да вот только не через центр, прошу. Не-не-не-не-не-не-не, вот через бачочек. Можно я уже пойду? Да, пойдешь ты, блядь, со мной ориентируйся. Пойдешь. Хотя бы туда, блядь. А? Я говорю, блядь, хотя бы туда, на. Как меня заебали эти стан. Да, я говорю. То есть, чтобы ты проснулся, сходил на РТ, закрыл РБК, закрыл РБГ, и все. И фул день проебал. Они же специально так все тут и сделали. Ну, то есть, блядь, этот боевой пропуск заставляет каждый день, блядь, играть. Да, еще остров зашел, подфармил, ебать. Потом, я, блядь, сделал триню и забил хуй, блядь, на похуй. Да, пока остров, нет, блядь. Тоже, не, мне нужен сакет в кольцо, мне так падло его фармит. У меня этого кольца даже нету, и мне так похуй, блядь. Все, что мог, а плащ нафармил? Ебать, ты еще и плащ нафармил. Я тоже думал плащ нафармить, но я такой, ебать, вспомнил себя. Молодого. Да, я такой, не, блядь, я на двух чарах нафармил, блядь, кольцо, дырку и триню. С меня пока хватит. Ты что, нафармил кольцо, дырку, блядь? Ебать, ты еще и кинжал нафармил. Ёбаный, блядь, стыд, малак, нахуй. Нафарми мне тоже чё-нибудь. Да я знаю. У тебя ещё небось бочарка? Если ты мне нафармишь плащ на локе. У тебя ещё небось чарка на шею, да? Не, чарка. Ещё это, ты на лука какую спину? С острова? Да. А шо, у тебя нет нормальной спины? Не, у меня есть нормальная спина, я просто лабудишь. Типа, если ее остров апнуть, ну, здесь. А 40... они сделают остров потом 258. Когда он будет 258, он уже нахуй ничего не надо. Ну, будет и ВК. А я знаю, что я никогда не выбью этот плащ, потому что он дыре редкий и всех защитил. Конечно, тебе его не отдадут, потому что ты бомж. Это кибербуллинг. Я и волшебник, все, блядь, как бы очередь закончилась. Да сейчас, блядь, завтра в голову придет, ты, блядь, и начнешь. Блять, 10 твинка хочет другого. Я всегда играл магом и варом. Это мои два пирса мейны, блять. А ромлок чисто, но рогу я сделал, потому что у нас не было ни одного роги. Вара я сделал, потому что нас тоже тогда, блять, забанили слепа. И, блять, у нас не было в рейде просто мили крита. Все, у него тоже кажется. Сейчас у нас шама кончится, я по шаму поеду бой на. Я шаманами сколько не играл, блять, не знаю почему. Мне не заходит этот шаман, не знаю почему. Говно ебаю. Ну вот хилом, как бы, блядь, потому что необходимость. Блядь, вообще так. Ну не знаю, не нравится мне, блядь. Сука, короче, блядь, я ШВ нажать не могу. Тем более здесь это шаман, это что будет, нахуй? На кнопку, блядь, нажимать. Ебать, интересно. Две быстрее еще. И этот. Нет. Я орехи обновляюсь. А лям, да, одна кнопка. А ты как думал?
Просто, бля, поставил, это, бля, кликер нахуй, блядь, ну, блядь, на этот. И стоишь просто, АФКащишь, АФК в районе. Один, 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 один. Ну да, кликер чисто въебал, но хламовый. Ой, блядь, я могу стойку. Да. Чё, вот этот шаман, как его, который мы сегодня вообще не дамажит, нахуй. Тарелок он одет. Нормально он одет, ебать, у него все. У него все шмотки, хас крит или хас меткость или крит меткость. Вася бетон? У него очень мало СПД. Нет, Вася бетон нормально бьет, который... Который не помню ник какой. Ну, чайник и это. У него очень мало СПД, у него там пуха, которая, блядь, с РБК 400 дает. Три неголимые. У него там реально, если на более-менее просто, скажем, даже не приросты там левела, а нормальный шмот одей, он будет намного интереснее. Ну, кстати, может и за шамана не хуёво играть. Да, лупа, лампа, лампа. А кто у вас в пати? Blackfly, да? Нет? Кого у нас? Да. Нету таких. А, ну так просто тоже море Blackfly, Рага какая-то, ебать. В гробницах маны. А бабла один. У нас. Ну, это типа их, ну, эти самокорешки, ебать, которые. Вот этот Blackfly, поле DS, типа вот этот Рага, он тоже типа с ними в статике, ебать, вары я взял его сегодня. Это, типа, они все корешки, ебать, друг друга. Это было очевидно, что они, блядь, прыгнут за Блэком. Так Блэк школьник, кстати, ебать. Есть? Да? Правда. Конечно. Они же там постоянно, блядь, на их с этим порешились, нахуй. Слушай, что ты мне скажи, да, Каша, у нас теперь, блядь, и появились, блядь, люди младше Антоши, блядь. Мне вообще ты 17, алло. Молоко. И шо? А? Мне тоже было 17-12 лет назад. Где мои 17 лет? Сколько тебе? На большом каретном. А где мои 17 лет? На Егора тоже 8 лет назад было 17, шо, блядь. Он Егора 25. Блять, ну мобов нахуя лишних пулит? Ёбаные вы ублюдки, блядь. Ну-ка, я бы тебе ебало, блядь. Заебал. Там даже если порыться в Дискорде, там можно фотку, блядь, найти Blackfly. Мы там когда-то, блядь, скидывали... Когда он мамку за сиську держит, его любами, блядь, чешу. Не, мы когда-то там скидывали, ну, на X3 все фотки свои. Так чисто по-ровку. Там и фотка этого была, как его, блядь. Фотка Маная, блядь. Такой, конечно, блядь, перец, нахуй. Додик, ты додик фестивальный, блядь. Я когда он сказал, что у меня рост там сюда 1.80... Сколько он сказал? 1.81, по-моему, да? И говорит, я вешу 72 килограмма. Я думаю, понимаю, блядь. Да куда ты его отводишь, блядь? Дай подбить. Додик фестивальный. Там огонь. Так ты помнишь, как он обиделся на меня после этого? Ну ты это было, я не помню, что вчера было, но. Как ты говоришь, обиженным, что там делать? Защик какой. Хуй сосу. Давай на эскласку выпил, еще полчаса осталось. Ну вот, под Blackfly он прям точно. Ну, сколько, может, 18 или 17 тоже. А может и меньше. На тот момент на X3 ему было, по-моему, 16 или 17. Может, на год возрастлял. Стой, 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 куда ты полетел, Аркадич? Топорнись, блядь. Блять, заебался зевать нахуй. Так, человек уверен, что я пойду ебать. Интересно. Почему уверен? Да хуй знает, он пишет. Типа, нужен ты? Сейчас я наведу копь и пойдем. Понял, кого найдет?
кофе наведет. А я базу. Ну спроси у него, бля, хуй сосать будешь. Скажи, скажи, если будет опыт ханда, скажи, я пойду. О. Нет, ты не так. Спроси, как я спросил. Ханота, ханота, ебать, нормально будет? Ну, он писал что-то 9 из 10 кто-то. Что 9 из 10? Ну, типа, людей будет. А, я думал, блядь, 9 из 10 вайпов. Мы по токенам, кстати, пойдем. Я, может, попрошу их Хопперу и Кару убить. Там пару шмоток. Ты, блядь, половина, блядь, голые боссы без волос. По токенам, блядь. По токенам. Блядь, воруют нахуй ОД, блядь, чтоб, сука, себе Т9 купить. Мы по токенам, нахуй. Не, мне на контент ничего не надо. Ну, кроме масштабера и пухи. Ну, супер и пухи, блядь, там. Блядь. По пары колец, блядь. Т4. Два куска Т4, блядь. А единое кольцо с двумя сокетами. А у них там, типа, самое. У них там токена не анрол? Не анрол? Как его знает? У меня есть. На Палос играет. Я думал, себе за анролят Палос. Нет, типа на Ханта там не будет анролом, я надеюсь. За конечно, шаровать. Будет. С твоим фартом, блядь. Хантов нету, но мы, блядь, роль делаем анрол на Ханта. Нету мага плохо, Хантов ДК, ебать, все равно анрол на. Анрол напал, а похуй одену, блядь. Это как я вчера, блядь, еще, блядь, челов, ну, сам двух пугов, они спрашивают, типа, что анрол. Вот, блядь, в рейде 8 человек с гильдии. Как вы думаете, блядь, какой токен будет анрол? Ты, конечно же, твой, нахуй. Если он пойдет, блядь, на другой класс, нахуй, не на твой, мы конечно, пароли между собой, блядь. Правильно же? А если пойдет на твой класс, то он занролится, блядь, опа-к. Такие, блядь, глупышки, конечно, я ебу. Блядь, на ёб всегда новости. На геймер. Не, я с радостью пишу. А не то. Ты пишешь, что на твой класс будет, типа, анрол? Ну, мне спрашивают, типа, что анрол? Я пишу токен, скорее всего. Он пишет, типа, ну, ну, тебе какой класс? Я пишу, ну, усмотрение. Ну, в принципе, блядь, на этом вчера все диалоги заканчивались. На кого анрол, блядь? Потом, а ты ему говоришь на твою мамку, блядь. Вот эту пуху надо. Это будет больно, блядь. На эрдру возьму. Так, последний, да, остался вроде бы? Гробница, да, мана. Господи, пощадите меня. Господи, выспади три дня. Выспади, блядь. Я в линейке, заспой, блядь, этого моба. Я подъебал Кирюху, ура. Кирюх, я ж тебя подъебал. Ну, блядь, сосака Олега нам. Это последнее? Да. Да, это последнее. Ебал уже. Блядь, Сердолик, ебать, сосите балепку, пацаны. Блядь, заебал нам, блядь, ясно падает, там не ночью. То есть, они, типа... Вот это, кстати, пояс надо, блядь, мейнить, нахуй, чувствую. Критуля, дракамочка, блядь. Они, типа, повышают, ну, что, блядь, у меня, типа, мне как сбились, что ты умираешь. Они повышают хп и урон, типа, то, что, ну, блядь, РБК проходит... Ну, как будто РБК все проходят, мол, быстро, ебать, и никому не интересно. То есть, блядь, 2 часа, нахуй, которые, блядь, в среднем хороший рейд проходят, 7 РБК, для них это, типа, блядь, быстро. Так а с чего ты взял, что они знают вообще, что его за 2 часа проходят? Ну, наверное, раз они приписали хп и урон, значит, у них какая-то статистика есть по прохождению РБК, нахуй. Ну, хуй. Да я на тебя все барабаны спустил, блядь. На меня? Да. А я не на нас, то я умираю. Во. И, блядь, 2 часа, это, блядь, пиздец. Быстро, нахуй, блядь. Даже не 2 часа, там даже больше получается. Немного, да, больше. Ну, в среднем 20 минут на инс. 7 на 20, 140. 40, ну, да, 20. Ну, 2,5. Примерно, суммарно.
Давайте, блядь, сидите в РБК, нахуй, полдня, ебать. И полдня ебашьте остров, а ночью отыгрывайте кап в БГ, нахуй, по 2, ебать. И просто живите, нахуй, в игре уроды. Да, 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 потом где-то и какой-то еще момент времени идите, блядь, в рейд. Ноу-лайферы, блядь, ебаны. Закрываете, нахуй. Ульду, кору, их, блядь, с ебаным трэшем. Да, 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 сейчас скоро. Сейчас один... Выпусти, блядь, 25-ки, блядь. Давайте еще уйду, еще 25-очки, остров апнем, сейчас вам нахуй еще остров, иди пофармите. А, вам что, блядь, мало? Мы сейчас третий остров вам, блядь, выпустим. Да, да, че, блядь, время, что нахуй ждем. У вас осталось лишнее время, ебать? Шо нахуй? Че, ёмный снах. Че вы там сагрили? Ну, просто ты не захотел агрить, то мы сагрили. Я думал, скипается. А нихуя не скипается, блядь. Сука, да я заебался падают листья. Включите музычку. Подведете, нет? Исаул. Ты оставил сразу. Подхвату где там, блядь. Я слов дальше не знаю. Я тоже не помню. Малович, как ты там все уебал, да, посмотрим. А, испепеление, 13-9. Понял. Поджигание. А, ты поджигание, да еще и испепеление себе въебался. Нормально, расставался. Разложился. Беги, туда. Беги, да пока добежишь. Еще бить будет. А вот это вот. Мои мысли, мои скакуны. Как это что-то? Не, не она. Она. Ну ладно. Да нет, не она, ебать. Именно она. Она, бля. Все отрубленные. А ну заводи, блядь, шарман. А правда меня пачка мне играет очень хорошо. А похуй, ебать. Он, блядь, Газманова послушал. Эскадрон называется. Эскадрон моих слышишь. Не, это не ИСАУ, это человек. 100% не ИСАУ. Нам не умирает, нормально. Да не, док не как мразь, а. Подрубаем. Опа. Смотри, это как с Мимирона, да? Даже лучше, походу. Немного лучше. Кто? Тапки ватные с двумя дочками. Да. Есть там такие же. А вот это один только что Егору линковал. Ой, я саунд жесткий, блядь. Меня убивают. Посмотрите, разница какая, блядь. Валгалуна убить, блядь, или РБК сходить, блядь. Мне касты ебали, вам пизда. Прожмись. Давайте, беги. Бегу. По-моему, такой пояс в банке, блядь, лежит уже. Друзья. Там разница? Ну разницы почти нет. Не, ну, ой, ой, ой. 10 СПД где? 13 СПД? Ну и где тут ИСАУ, алё, блядь? И, блядь, 8 крита. Короче, блядь, ИСАУ, я не слышу, блядь. А, у меня звук на этой хуйне выключен, подожди сейчас. Вот это музыка, блядь. Блядь, хор, блядь. Это серьезное музло, блядь. Ебать как чай, да, Лива? Это не ваша Моргенштерна, нахуй. И... Ну и мысли мои, как ты. Вы еще Высоцкого послушайте. Тот-то получше Газманова будет. Кто? Высоцкий. Да бит охуенный. Тогда и слов таких не знали, бит нахуй. Ебит твою мать. Ёба. Такие слова знали, блядь. Ёба знали.
Машинки. Машинки, я был. Так, пей. Колдуны, ебан. Колдуны. А верно что? Короче, зубы так, какие-то, да? Второго. Мне бейнер, наверное, потом. Да, не могу. А, меня в касту уебали. Все, пизда. Я хпшка есть. Ты где нахуй хпшка, блин? У кого мысли шальные, плюс чат. Ебаю, вроде, я сильные мысли. Малах рейсит. А когда рейсит, там же стоит, смотри на тебя. Бегите уже, блядь. Вы в начале все. Сейчас. Сейчас я почему тоже зарублю сейчас на пластиночку. А теперь нахуй есть сову, блядь. Блядь. Разъебали, нахуй. Во. Бля, он уже старенький такой, да, вроде? Ну не мальчик, бля. Ну сами духи крутит, ебать, исключенно. Хуя нам, бля, трубач нахуй бит дает. Бит трубит. Бля, мне аж, бля, хотел встать и, блядь, маршировать начали. Бля, пожалуй, а. Бля, ты ёбнутый, блядь. Бля, ёб. А что, у меня песня только про коней, блядь, нахуй. Бля, мне опять казали. Чисто, блядь, этот топливо мустанг, нахуй, блядь. Хуяк на стеле, блядь, портрет Газманова, блядь. Это жестко, блядь. Можно, блядь, моба собрать с меня, пидор, блядь? И Егор пошел. Ау, я сау. Егор пошел. Бля, я думал, он сейчас гапака даст, нахуй, тут прям в проходе в РБК, блядь. Меня сзади пулешь, нахуй дальше пулешь. Где ты? Ты что, от первого лица играешь? Бля, не было трэша вроде. Был трэш сзади. Да. Как ждали? Да сука, убейте, блядь, его внимание. Эй. Ты себя слушаешь? Саула, я Саула. Я не слушаю нихуя. Ты танчишь, блядь. Я он отключен этот бот. У меня тоже на любой канал заходишь, везде отключено. Включи. Ну нахуй. Ты что, блядь, этого, блядь, не уважаешь Газманова, нахуй, слышь? А это ГП, блядь. А, это ГП. Неуважение Газманова в гильдии за Госпанзер, это ГП, нахуй. Запиши, блядь. Нахуй, это в правила. Объявляется набор в гильдию, блядь, и ты такой, начинаешь человека опрашивать, так, а ну давай, блядь, второй куплет, нахуй, этой песни. Пошел нахуй. И Саулу ловим. Или не так. Песня и соул сколько раз, блядь, затравнивается тема коня, блядь. Не знаю, все, пошел нахуй. Тема коня. Так и Саул, ты же есть конь, блядь. А, нет, Саул, ты не... Нет, это не понял. А кто такой вообще Саул? Это какой-то, типа, наездник, да, какой-то? Ну, походу, да. Это какой-то, типа, может, воин, типа, на коне? Про товар на коне, на. Про товар? Есаул. Чё там, блядь, у телефона спрашивают? Это должность чин казачьих войск.
О. Казачок получает. Получается казачок. Я шайка бы пристрелил бы нахуй, конечно. Чисто на коне хедшот, ебать. Лясь нахуй. Только чтоб коня не забрызгало, блядь. Это жалко, блядь. Кстати, сколько он тебе раз, ну, подлетел? Раза два, по-моему, я ловил его на почте в воздухе, да. Да, я раз он упал, и, точнее, один раз он не прожал ничего. Акары. Не случайно всю ману спужили, так, и для справки. А что там еще? Вагоны были прикольные. О, офицеры, ну это на грустно. Офицер! А ты офицер же, да? Да, старший лейтенант. Все, товарищ старший лейтенант, посвящается вам, на. Подарочка. Этот дорог посвящается вам, на. Бля, не хватает такой водочки, блин. Бля, ну она грустная, конечно, сейчас, конечно, погрустим, посидим, нахуй. Блин, вспомнил смерть женика все, на. Алюминь. Алюминь. Так, Егор, я ластынца, я ухожу. У нас там один, правда, остался, но хуй. Давай, старший лейтенант, ебать, отставить. А ты старший или младший? Старший. Что, скоро, бля, капитан? Я должен с ней предусмотрю. А-а-а. Ю свою! Да, гильдию смотри. Какая должность? Инспектор. ГИБДД. Я поеду. Давай, Кирюша, блядь, меня подпевай, нахуй. И все вместе! Гильдия, все вместе! На следующем РТ так будем, да? А кто не поет, ГП, блядь? Кто не поет, ГП, блядь, там. Аркадьич, блядь, добро пожаловать на ГП, блядь. Он говорит, такой случай, купит микрофон. Получается, да, блядь. Бля, там россияне, блядь, Кирюх, сорян. Ну могут не перебрать украинцы. Украинцы. Хохлята, блядь. О, осуждаю, нахуй. Кирюш, ну-ка, блядь. Шо там, блядь? Чё, блядь, блядь, блядь? Как хохлом назвали? Может, ебать кому-то. Ну че, мы там в кару не идем? Да хуй знает, он что-то как-то кофе заваривает 20 минут. А, ну и пусть. Он его выращивает, блядь. Сейчас пока посушит, нахуй. Пожарит, блядь. Ну, короче, это посушит. Ману нету, стойте, блядь. Давай, блядь, ебать, вот этого. Видишь, как профессионал двухмолов, блядь, оттуда? А потом говоришь, блядь, что за хуйня, блядь, так мало пуляет. Нет, тут много пулять нельзя в этом. Как ты, блядь, с пульну умываешь? Давай, я говорю, что тебя речь через заебало, что ты не пить. Офицеры! Офицеры! Ваше сердце помогает. Череплет. Вперед! Ебать нам пизда, блядь. Да, сосед себя мала. Да, сосед. Да, конечно, сейчас попробую застоять. Да, вас я заставляю. Его тремор. Блинчик, красавчик. Пошел гитарист. Ну, соло, нахуй. Гитарист солит, нахуй.
Это тубусол, реально, тубусол. Потом. Еще не дружок пришел. Ебать, стой, нахуй. Аж, бля, по душе стребется, нахуй. Блядь, заебало, меня затеряло. В другой комнате. Блядь, где-то у меня на улице сейчас 8 часов вечера. На улице плюс 30, это нормально. Украинцы! Какого хуя так жарко, блядь? Потому что Газманов играет, ебать. Когда поет Газманов, все время жара ёбнешься. У тебя просто, блядь, душа хочет петь, нахуй, ты стесняешься. И поэтому тебе жарко становится. Они просто не умеют петь. Кто умеет петь? Его? Найдем запивалу в рейде. Женёк, да. Запивал. В полете на Алгалоне? Да. Он будет этого, блядь, петь Витаса, нахуй. Это... И полетел нахуй. А чё, у него интернет, да, лагает или чё? Да он без домена лагает. У него мозг нахуй лагает, блядь. Пентиум третий, блядь. Я тебе скажу, у меня был какой-то старючий атлон 256 видеокарта и 512 УЗУ. И Вов игралась аж бегом, блядь. Да. Если ты понимаешь, что происходит, и механику босса, что может произойти, то даже если у тебя и подлагивает, ты никогда не сдохнешь. Yes. Только если у тебя не зависает. А я ясно, РТ. Оставляю себя. У меня тоже раньше нот был древний какой-то, я, блядь, в танках, блядь, ставил себе 1% графики, блядь, и играл, блядь, хули делать. Хотелось играть. Скачивал специально какую-то хуйню на 1%, блядь. Все квадратное, на. Танки квадратные, блядь. Похуй, ебаш. Есть такая пословица, срать захочешь, там и снимешь. Да. Он, блядь, играет на тибисно. Потом у него не получается. Это не проблема. Бля, но зато он ходит, он терпит все издевательства, да. Ну а толку от этих походов, от него импакта ноль, блядь. Мертвый, да. Или дамажит? Дамажит вроде. Мертвый? Ну там доты дотикивают же какие-то. Вон тех надо бить, нет? Да. Ну сейчас как бы это похуй. Ну, например, в контенте CLK, когда, блядь, из-за того, что тут один дыхать не хватает ДПС. ГПшечка, на. Я думаю, будет в чате написано, блядь, туза лимит исключает Женька из гильдии, блядь. Опа. А вот в гильдии, короче, которая я прошлой был, СПК. Надо что-то из этого. У них есть такой аддончик замечательный. Он, короче, блядь, штрафует сразу, ебать. Ну надо. За нахуй, за фласки, блядь, за еду, нахуй, если ты не пожрал и фласку не выпил. Нормальная тема. Матч нужен, нет? Там типа Эрл самого пишет. Бля, мне нужна тринка с него. В прошлый раз Малагу мы выбили, теперь надо мне ее. Да куда ему, блядь, девается, Алёна? Ну там батареи? Же мобы, мононосос, что не видно? Бля, ну никак так не составили, но сейчас, блядь, вдруг решили высасывать. Меня подберёте, пацаны. Это будет красивая победа. Стоять, блядь. Ванерщатель, блядь. Ехал, блядь.
Ай-яй-яй-яй! Да наконец-то вас. Так, хау больше не наливай. Может, настроение хорош, хочется петь, да? Так, хлопцы, все, я отвалил. Завтра давай. Но завтра у нас ничего нет, надо отдыхай. Давай. Че, десятку льду завтра сгоняем? Да, я думаю, можно. Все, надо заниматься нехуй. Если РБК не пойдем, ебать. Походу лучше РБК пойти. По времени, кстати, одинаково. Дайте тринку, дайте тринку. Псы, сука. Бля, один тот же лут. Я, этот меч, я просто вот, он всегда падает, и он всегда падает именно, бля, посередине, нахуй. Я почему-то на него сразу внимание обращаю. Тут он всегда падает, этот ебаный меч. Заебал, нахуй же. Че там, бля, сердолик? Ага, яшму, блядь. Ферит там. Все, дружу, нахуй. До побачення. До побачення, Іван. Да, давайте, все молодцы. Всем ясно в ней. И Саулу. И коней хорош. Че, заходи на ДК полетели. И Саул, ты оставил страну.